Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGO.RAN, уля-ля, что за сайт? Ну, на самом деле, это в целом достаточно неплохой показатель. Альбом 1 из 7. Бля, бро. Lil Dracula расстроится, если услышит. Я уверен. Слабый релиз. Я думаю, ему нужно время просто, он обязательно раскроется, нужно погонять. Просто действительно звук не сильно хорошо зашел на русском рынке. Такое вот Trill Pill делал с новым альбомом, это же по сути какой-то модернизированный супер-трэп с трэповским каким-то дарковым эмбиентовым звучанием в некоторых местах. Хуй знает, ну, в целом, достаточно неплохо. Ну, еще на Итика, конечно, да, бля, похоже. Но оно достаточно своеобразно в любом случае, какая-то харизма присутствует. Еще, как бы, он сводит плотничком свои треки, за что тоже респект. Следовательно, он привносит какой-то новый звук, нам предлагает послушать не тот звук, который делает Dominator по КД, типа, под чувакам. Я не говорю, что он плохой и плохо делает, а говорю, что это просто новый. Не, конечно, Думи тоже может экспериментировать и т.д. но в любом случае, сами все понимаете. Trill, да, он экспериментирует. Я знаю много чувачков из его окружения. Опа! Донат 3 секунды играет, там даже не доигрывает даже строчка, пацаны, пофиксите. Качественный джерси бит ебашу, но чё-то мало кто берёт.